Сначала сборка-разборка автомата на скорость, после пробежка 2,5 километра в полной амуниции, вес которой почти 4 килограмма. Настроены воинственно. Главное здесь не личный успех, а командный дух, поддержка товарищей. Мы просто хотим продолжить тот род, который был, тех воинов поддержать, которые пали. Девушки не только бегут на равных условиях с парнями, но и собирают оружие, не жалея нежных рук. Все курсанты показали высокий уровень подготовки. Им удалось слаженно и быстро справиться с оружием и пробежать дистанцию, даже несмотря на то, что погода подводила и на дороге были лужи. Забег вызвал массу эмоций. На тренировках мы, конечно, все это проходили, но этот забег выдался тяжелым. Я сам не знаю почему, но было действительно так. Сильные, выносливые, любящие свою родину ребята. Многие из них – будущие десантники, моряки, разведчики. Воспитанные на примере героев своей страны, они точно станут людьми, с которых можно брать пример. Мы видим, что работа как раз направленная и на формирование личности, и на формирование физической выносливости. Это нормальные. В будущем будут мужья, отцы, родители. Надежда Дрозда, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья.